Здравствуйте, с вами снова я, Финляндия. 9 утра, без 3 минут. Воскресенье у нас сегодня, воскресенье. Я еще не завтракала, включилась показать вам свой завтрак. Сейчас хочу вам показать, видите, у нас опять пошел снег. Видно вам, нет? Так у меня и лежит здесь снег. На улице сейчас у нас минус 10. Снежок опять пошел. По воскресеньям я поливаю свои цветы. Это я вчера стирка у меня была. И иногда вот так, знаете, всегда на один и тот же режим ставлю. На стирку и потом на сушку. И иногда бывает так, что кое-какие вещи, если большие, не досушивает. И я потом на батарею вот вешала, вот, убирала эти подсвечнички. Вот. Ну, давайте я вам покажу свой обед. Завтрак. А сначала вам расскажу. По утрам я пью таблетки. И сейчас же стала пить еще вот эти вот витаминки. Хорошенькие такие, со вкусом колы. Они маленькие такие, как жевательные конфетки. Да как я их никак не раскрою, показать вам. Вот такие малюсенькие, со вкусом колы. Вот. Вот у меня, значит, здесь. Поехали сюда ближе. Вот. Это у меня творог со сметаной, без сахара. И вот 5 штук, да, 5, 1, 2, 3, 4, 6. 6 штук вот этих вот слив. Вот такой вот фирмы. Вот, финские сливки, очень вкусные, очень. Я, помните, полкилограмма здесь стоила 3,49. Вот, помните, я показывала вам, я купила в арабском магазине по такой же цене, 3,49, тоже полкилограмма. Вот, а потом выяснилось, а что они с косточками. Вот, так вот и посмотрите, эти 3,49, ну, те же 3,50, но они без косточек, значит, здесь... полкилограмма чистого веса слив. А там с косточкой, если полкилограмма, там 250 грамм косточки, это точно отошло. А то даже и все три. Потому что косточка, вы знаете, в сливы большая. А потом те сливы были такие какие-то жесткие, вот, что приходилось мне и шкурку из них выбрасывать. То есть там чуть-чуть только серединку покушаешь, а шкурку выбросишь и косточку выбросишь. Вот. Это тот творог, который я покупала в арабском. Творог у них хороший. Вот. Эти маленькие, которые кружочки творожные. Маленькие. Сейчас я вам покажу. Я печенье оставила себе достаточно. Вот эти вот маленькие кружочки творожные. Вот эти вот. Они гораздо лучше. 9% здесь. Вот 275 грамм этого творога. Он очень хороший. И вот это вот на 3 раза мне хватает этого творога. Ну вот, потому что тот, который был 600 грамм, он у меня пропал. Вот так вот. Ну и еще посмотрите, у меня кроме творога с черносливом будет кофе. Неполная чашка, я никогда не пью. И вот такой вот творожок сладенький. Вот. И два печенюшки. Этого мне вполне достаточно. Ну, творожок тоже по желанию. Возможно, я его и не съем. Возможно, съем творог и наемся. Тогда выпью только кофе и съем две печенюшки. Вот это мой такой воскресный завтрак. Самый обыкновенный. Ну, а я встала, было 8 утра. Я и рано не встаю по выходным. Сначала же выпиваю свои таблетки. Потом... разлаживаю свои таблетки. Могу вам показать. Я уже разложила. Вот разлаживаю. Я не покупала специальную штучку для таблеток. Это для заморозки ледика. Ну, я просто написала дни. И вот мои таблетки. Воскресенье у меня 3. Вечерняя, воскресная всегда уходит сюда, на задний план. А так каждый день по 2. Воскресенье 3. Вот этот светленький, это гормон. Это гормончик.
Вот. И все. На протяжении дня еще выпью витамин В12. Он растворимый. Растворимый такой, газиковый. А вот еще надо взять, забыла. Тут еще немножко орешков осталось, а с Украины передавали. 3 орешка достаточно. 3 орешка на завтрак. Вот. Вот это мой такой завтрак. Так сказать, скромненький, но очень калорийный и вполне достаточно. Так что я буду завтракать, хотя я не пью горячий кофе. Это вот как раз самое для меня. Здесь у меня все как обычно. Ничего нового. Вчера была стирка, все перестирала. Вчера сделала уборку. Хотя я вам рассказывала, я уборку делаю каждый день. Ну, такую вот. Сейчас вот позавтракаю, надо будет цветы полить. В воскресенье у меня день поливания цветов. Не только побрызгать и полить цветы. Вот, когда буду брызгать, здесь будет водичка, надо протереть. На полу будет водичка. Ну, и заодно, конечно, и полы чуть-чуть протереть вот так одной тряпочкой. Я вам рассказывала, что я всегда одну тряпочку мочу, вот, и ниже протираю полы. Вот, так что все, буду завтракать. Вот, снежок идет и будет идти сегодня целый день. Пока-пока, до новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Всем хорошего завтрака, кто еще не позавтракал. Хорошей погоды, солнечной. Ну, у нас, похоже, солнца не будет. Ну, вот такая, минус 10 и снежок. Но сейчас снежок пошел, там было написано, что к 12 будет уже минус 8. Вот. Так что вот такие вот дела. Видите, свет у меня отвратительный, отвратительный. Не знаю, лампы хорошие стоят, почему такой свет, непонятно. Ну, ладненько. Хорошего дня, хорошего настроения. Вот. И всего вам доброго, а самое главное – здоровья. Здоровья и всего-всего самого прекрасного в вашей жизни. Пока-пока.